голову и пришиваю посередине прическу. Это у меня будет кукла Попик, поэтому мне здесь не нужно волосы, так как это будет приклеено. Нитки подбираем в тон по цвету к волосам. Можно здесь также пришить челку. Кукла Попик у нас это будет платье. Вот здесь это для кукла Попика нам не нужно много волос, так как голова приклеивается вот к платью, а сзади мы приклеиваем попу. Поэтому нам будет достаточно вот такого пучка волос. Здесь я сейчас прихвачу нитками тон. Этот хвостик пришить или приклеить горячим клеем. Можно вот так повернуть, посмотреть, как будет лучше выглядеть, и приклеить. Вот такие волосы у нас будут. Для куклы Попика нам понадобится голова куклы. Вот с такой прической. Сейчас мы приклеим горячим клеем. Размер головы приблизительно 8,5-9 сантиметров и 7. Я снимаю это видео для того, чтобы показать размеры куклы, так как мне в комментариях на канале YouTube «Рукоделие своими руками», которые я веду, попросили меня это сделать. Сам попик у нас будет 8 длиной и 6 высотой. Ножки у меня ширина 3,5 где-то в верхней части, 2,5 внизу и длина 4. Это была ширина, а длина 4. Ручки у меня получаются 4 сантиметра длиной, шириной, простите, и 2,5 высот длину. Само платье, юбка, круг диаметром 15 сантиметров. Здесь он поменьше, так как я уже его собрала. Вот он 15. И здесь отверстие где-то 3,5 сантиметра. Потом мы его собираем на нитку, и у нас получается вот такое платье. Приклеиваем прическу. Посерединке немножко прихвачу. Вот как мы собираем куклу Попик. Теперь, когда прическа у нас, голова полностью готова, прикладываем к юбке, подбираем ракурс, как у нас будет складываться, смотреться. Я пока прихвачу нижнюю часть. Распределяем складки. А в верхней части сначала я приклею вот эту тесемочку. Дальше уже буду приклеивать саму юбку. Распределяя равномерно складочки. Приклеиваем попик. Приклеиваем ноги. Все, кукла Попик готова.